30 мая Магадан присоединится к всероссийскому полумарафону «Забег». В мэрии областного центра градоначальник Юрий Гришан провел совещание о предстоящем спортивном состязании. Участники смогут преодолеть дистанции в 1, 5, 10 или 21 километр. По словам градоначальника, перекрывать весь город для полумарафона не будут. Те колымчане, которые захотят преодолеть максимальную дистанцию в 21 километр, пробегут 5 кругов по городу. Как рассказали специалисты, в день массового забега в Магадане планируют провести праздник спорта. Вообще мы хотим в этот день сделать праздник спорта в городе Магадане, начиная с 15 часов. А бежим мы одновременно по всей России, в 9 часов по Москве стартует вся страна. У нас это будет 17 часов. В 17 часов уже стартовый пистолет даст старт первым участникам, но будет в городе уже много спортивных мероприятий. Мы точно так же открываем большую программу спортивную на Магаданской площади. Там будет установлена сцена, там будет разминка, там будут переодевалки, там будет как бы самая главная точка, там будет концертная программа, самая главная точка, где будет все происходить. На 4 промежуточных финишах будут работать музыканты. Также, уверяют специалисты, призовой фонд никого не оставит равнодушным. Цель забега – популяризация бега и спорта. Всем участникам полумарафона нужно будет предоставить медицинские справки. Без них на состязание участников не допустят. Зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте.